Собрались поехать мы с Сашкой в Вену из города Брно. Мы едем на велосипедах, поэтому мы в таких странных нарядах. Нас ждет 150 километров за 2 дня. Мы решили делать это не 2 остановки, а 1 остановку. Поедем мы с остановкой на границе между городом Гевлин и городом Ла. Там мы остановимся, переночуем и поедем потом дальше в Вену. Сначала Юра с Сашкой собирались поехать в велопоход на 3 дня с палаткой. Хоть я и не собиралась ехать с ними, понимала, что для первого раза это будет тяжело. Поэтому я настояла, чтобы палатку они с собой не брали, а селились по дороге в пансионах. К счастью, ребята меня послушали. Палатку, карематы и спальники не взяли, а маршрут, уже по их решению, сократили до 2 дней. Солнце, казалось бы, не такое сильное, но с моим типом кожи лучше намазаться, потому что я сгораю моментально, а сгореть на первых 20 километрах это было бы, наверное, не самое лучшее решение. Поэтому будем себя как-то оберегать. Побольше крема 50-ки, и все будет хорошо. Жаль, что крем 50-ка не заказала рекламу. Немцы в городе. Мы в городе Жидлоховице. Это каких-то сколько? 20-30 километров? Уже 33 было. 33 километра мы проехали и остановились покушать. Мы остановились у одного ресторанчика, и столики были на улице. Мы решили запарковать свои прекрасные велосипеды. Парковка была заполнена, можно сказать, там куча велосипедов было, но велосипеды стояли через один. Вот знаете, вот такие вот в рядок, когда ставят, то вот через один. Мы попытались вклиниться свой велосипед между 2 и услышали голос от столиков. Товарищ по-чешски нам говорит: а куда я, как я потом буду выезжать, если вы сейчас поставите свой велосипед? Мы переглянулись, я говорю: а почему вы не могли поставить вот рядышком? У меня слишком большой руль, сказал товарищ. Поэтому мы посмотрели на это дело, решили, что мы проедем, наверное, чуть дальше и поищем ресторанчик, где нет людей со слишком большим рулем. Вот. Проехали дальше до площади, вот остановились здесь, попытались, вот я сейчас попробую показать, где парковка у нас тут. Вот, попытались тут запарковать, но тут тоже места особо не было. Мы попытались поставить возле стеночки велосипеды, и вот от столиков, вот от этого столика поднялся товарищ, прибежал и на польском говорил: подождите, я сейчас все поправлю, все сделаю. И он свои велосипеды поставил очень вот плотненько, освободил нам место 4, наверное, и мы абсолютно спокойно поставили сейчас 2 велосипеда и радостно пришли, вот сидим сейчас, ждем, пока нам приготовят пиццу Гавайи. Будем держать вас в курсе. Чеки на электровелосипедах. Пока мы тюх-тюх-тюх-тюх, они просто тюх. Первые признаки усталости.
Александр, какие у вас впечатления от дороги? Нормально, только я устал, попа болит. И все? И шея еще болит. Шея болит? Что у тебя шея? Болит. По плану наши велосипедисты собирались остановиться на чешской стороне в Гевлине. Так дешевле. Они обошли все пансионы в городке. Мест не было. Все было занято из-за праздника урожая. Поэтому им пришлось ехать в Австрию, еще 4 километра, прямо в городок Лаа. Отлично, думали они, будет близко к отелю с термальными бассейнами. В Лаа, правда, им тоже отказали все пансионы и апартаменты. В городке как раз проходил праздник лука. Мы сейчас находимся в Лаа, потому что мы не заказали никакого отеля, ничего здесь. Вот, и казалось, что все занято, и только сейчас за 268 евро мы купили одну комнату на сегодня и на завтра. Нам дали 10% скидку, не знаю за что. Вот, и к тому же у нас сегодня еще мы сможем покушать бесплатно вроде, и завтра еще покушаем с утра. Будет круто, если мы получим бесплатно и термала, ну, потому что мы бы хотели и поплавать, но у нас бесплатно сейчас спа, вот, увидим. Меня здесь спрашивают на Фейсбуке, как самочувствие. Самочувствие нормально. Ну, мы проехали 90 километров вместо 70. Вот, потому что один раз мы поехали не туда. Ну, или не то, что не туда, а просто мы не захотели ехать по дороге, поэтому мы поехали просто по другой дороге, вот. И это получилось на 10, ну, где-то на 15 километров дальше, вот, и, ну вот, а потом, потом мы еще искали жилье, мы сначала его хотели купить в Чехии, но в Чехии у нас не получилось, поэтому мы, нам пришлось покупать здесь. А вот и папа пришел. Что разговорчивый ты наш? Вот. Тот, кто не заказывает заранее, платит потом больше. Но зато у нас сегодня Я уже рассказал. Да, я уже рассказал. Вот два ключика. И мы можем сегодня и завтра купаться в спа или там в бассейнах, сауна. Вообще все, что мы захотим. Если мы, конечно, доползем после 85 километров, которые мы сегодня проехали.